Всем привет, с вами канал GameStation, и мы продолжаем проходить сюжетку Final Fantasy 15. Так, сейчас мы с вами отправимся до причала Галдина. Да, там мы остановились. Нет. Конечно, виды красивые тут. Блин, там сундук был. Ух, прикольно. Так нельзя. Читерство. Чуть дешево стоит меч. Так, ну что, мы-то заправимся сразу, чтобы потом не забыть. やっと着いたな。
Хуратабика. Хазиметеда. Таносими. Пока еще нет. Да, но. Нельзя? Пока еще нельзя на Чокобо. Потом. Да, зелье закупимся. Аригато гозаймасу. И ни хрена себе, 1000 пух феникса, не-не-не. А, FF5 по-любому надо купить. Зверь, ух ты, прикольно выглядит. Мата, омачи шите оримасу. Фумики, сыккоку ии. Пром-то тут что-то заблудился. Ну, они с тобой не идут, потому что ты провалился. Угу. Добро пожаловать в причал Галдина. Главное, спа-курорт Люциса и ворота... Ворота? Ну да, ворота Волтиси. ガーディナにようこそ。 残念なお知らせです。はあ？船乗りに来たんでしょ？そうだけど。うん。出てないってさ。なんだあんた。待つの嫌なんだよね。帰ろうかって思って。停戦の影響かな。 停戦記念にコインでも出たのね。え、マジで？出ねえよ、それ。お小遣い。は？おい、あんた何なんだ？見ての通りの一般人。ねえわ。うん、короче、знал. Он узнал, что это принц。そんなはずはないと思うが。 行って確認してみようぜ。 так. так, нам нужно переночевать тут. Галдин спа. Расслабьте тело, откройте разум и сделайте шаг к совершенству для женщин и мужчин. Да, двойной опыт. О. 10 тысяч гил, ничего себе, не-не-не. Ни хрена себе, не-не-не. Хотя, можно накопить. Блин, столько денег, 10 тысяч гил. О, 3000 гил.
3. О, можно один квест сделать и все. Да, у меня будет денежка. Надо отдохнуть. Получается, ванадские гурманы. Да быстро убьем их. Вообще в легкую разберемся. Так. Тут дорогая, да, 4500. Усиливает все характеристики, увеличит получаемый опыт на 10%. Плюс 500 хп дает. 900 хп, атаку на 160. Офигеть, вот это еда вообще. 120 атаки, 600 хп. Ну, поменьше, ну, подешевле. Нейтрализатор. Полностью защищает от атак огнем, льдом и молниями. Да, тут, конечно, роскошная еда. Последний съешь. Последний? Нет, у меня денег нет, чё ли? Сейчас квестик возьмем. Сюжетный. Или нет, все-таки выполним охоту быстренько. И уже по сюжету. Потому что, блин, там очень опыта много скопилось. И куда мне бежать? О, недалеко, да. Отлично. Так. Там не было ничего. Было. Только сейчас появилось. Нет, нет. Все было. Ты пробежал мимо, как всегда. Так. Не, конечно, можно там в том трейлере отдохнуть, в бомжовском, но... Кстати, сколько там опыта накидывается сверху? Ну-ка. Не, 1.2, не, не хочу. Скоро иду. Что за пещерка? Так, я не понял, а... Ну-ка, что за браслет мечника? Снаряжение. Еще атаку добавляет, да? А, не, живучесть. Живучесть. А потом выучить им. Нет.
Да, какие-то огромные. Так. Что-то за темень такая неожиданная. Все, минус один. Отлично, Нана. Ресай, ресай. Отлично. Да что ж такое? Хотя не надо. Ну вот. Вот и вся охота. Так. いい塗料になりそうだな。 еще что-то. Где? В кустах? Да. Блин, он так прикольно бьет. Теперь можно взять дротик. Ну,
Сейчас тогда передохнем. Правда, денег потом у меня не будет. Но я думаю, потом еще нафармим. А Кенни и Келли Кроу сообщают, только вы сможете уберечь наши гнезда. Летите в воронье гнездо и приступайте к охоте. Угу. Такая та типа загадка была. Ладно. Такие грязные приходят. Так, нам бы ночлег. Да. Да, двойный оп. Как так? А, да, я же точно квест. Я не слышу тебя, поближе сядь. Как так? Не хватает. Да что ж такое? Ладно, есть простенький квест, женщина. Ладно. Окей, хорошо. Блин, как так? Что-то я... Можешь продать что-нибудь? А? Но она, блин, не занимается продажами, блин. Ладно. Нет. Да, можем в машине продать. Пробежка. Угу, спасибо, камера. Или здесь можно продать. Так, что можно продать? Всякий хлам. И где-то у меня что-то 25 штук есть. А, 99, вот. Кукать собли-клыка. Который даже не лез, я помню. Мата окоши кудасаймасе. Да. Роскошный номер сейчас будет.
понеслась. Шикарно. Искатель эфира. Так. Че, тебе нравится такая? Ладно, сохраним для тебя. Это же такое грязное. Так. Нормально, да, такая. А тебе битва с боссом, он, наверное, не сохранил ее, блин, жалко. Можно новые приемы изучить. Плохой скилл. Куда? Так, ладно. Все за одного стреют. Так, союзник на враге. Даже не знаю, что взять. Так, ну, в принципе, можно взять этот навык, попробовать. А, так, дальше. Режим ожидания нет, путешествия. Да, хочу попробовать этот навык. Прокачать, посмотреть. Иди ты здесь на рыбалку еще. Один из. Что-то новенькое. Ну-ка. Ну ладно, возьмем. Блин, бесполезный скилл, конечно. Делай фотоснимки, ёбаный. Так. Ладно, хватит. Так, запас силы. Два ксора, два ксора. Два ксора, да. Сам себе учитель. Существенно усиливает цепные удары. Так, нормально, так, снаряжение. Гладиолус. О, сейчас мы тебя оденем. Так, забирай весь лед. Три штуки будет. Нет, я хочу побольше сделать льда. Ну-ка. А если... Блин, этих... когтей с обликлыка очень много выпадало. Уже прям...
принципе, забираю все. Потом во время боя дадим. Так. Космогония, Гексатеон, Титан Архей, непоколебимый как камень, Рамух, ну это Раму, Фульгури, резкий как молния, Шива, Гласия, нежный как снег, Левиафан, Гидрейния, умолимая как прилив, Багамут, драконий непримиримый как сталь, Ифрит, Инферни, переменчивый как пламя, Они, хранитель Эоса с незапамятных времен. Вместе они Гексатеон. А, они, да? Или они. Они. Вот, получается, 6 самонов нам показали. Нет, 3, 5. Не, 6 самонов, да. 6 самонов будет у нас. Титан будет, Рамух, Шива, Левиафан, Багамут и Ифрит. Да. Я знаю, что Титан у нас будет по сюжету, Раму будет по сюжету. Это еще в трейлерах показывали. И Левиафан должен быть еще. То есть какой-то Багамут, либо Ифрит, он будет секретным, что ли, самоном. А Шива? Шива? Да, кстати, Шива. Не, Шива будет, наверное, еще. Ну, будет интересно, эти самоны, конечно. Как пламя, как... Не, я хочу Багамута увидеть, мне это интересно. Багамута посмотреть. Так, что у нас здесь? Кстати, сейчас я скрин сделаю. Угу. Да, прикольно, наши всех самонов уже, в принципе, показали. Так, это что у нас такое? Альтисия, водопады, Челуны зовут вас. Массаж. О. Я хочу туда пойти. Там что-то есть. Массаж, вы как это? Ну-ка, давай-ка. Ну-ка, что это такое? Все? Не понравилось, да? А, тут нельзя пройти, блин. Расписание парома на сегодня не работает. Где-то здесь что-то будет. Вот. Здесь можно самому сделать скриншот. Вот так надо делать, да? Так, и... Вставай. Я думаю, там промпта сделают более удачный скрин. Oh,
モルティシエを出られないんだって。その筋の情報によると急に規制されたんだそうで。で、君らノクティス王子ご一行だろ。こんにちは、俺ディーノ。あ、俺新聞記者だからいろいろ知ってんの。高級車でハンター始めたのも知ってるし、お忍びだろ。記事にされたくないよな。な、ちょっと俺の話聞かない？Чё, выберем? Не знаю, дрочу больше. Может, не поддаваться на прокацию? На провокацию? На прокацию, да, не поддавайся. Ну так что? Время. Ну, не поддавайся. Ладно, выслушаем, хорошо. Жак, кейт яру. На, нори же! Джа, чизка ште! Башо но сирюш цке той там, да? 原石取ってきて。これ、宝石の原石。代わりに船乗れるよう話しつけてやるよ。ダメなら王子の情報を売っちゃう感じで。今日は船が出てないんですって。向こうの港で止められてるんだと。追いかけするしかないな。王子の旅って全然表に出ないけど、お忍びの観光とかしてんの？Мутный тип. Ма, шикари кагуште мой на гаттаро. Синбун киша то итти та на. Жоусен декиру ка томокаку. Текитай ва штакунай. どうした？散歩中か？仲間とはぐれたか？あ、じゃあ腹減ってる。減ってるか。分かった。ちょっと待ってろ。なんか探してこねえとな。猫の餌が？近くで釣りでもする？そうだな。やってみるか。なんかスモーストリートリブン、たく。あは。うわあ、にゃんこのごちそう。Так уже можно дать. Вот. Все, видишь, сделал сразу. Ора, стеки тазо. А? Сакана кирай на нога? А, ресторан ни итте кой то. Блин, в бете такого, ну в бете в этом, в джаджменте такого не было. Так, это ж повар, да? Гого, неко га квесо на моно тте ару ка? Атараши хиякаши кашира. Э? А, я, а, атчи ни неко га? Джодан йо. 事情は分かってるわ。あの子のご飯なら作ってあげる。ただ材料がね、今からお客さんに出す分で最後なの。だからこの魚を一匹調達してきてね。うまいな。すぐそこで取れた新鮮な魚介なんだって。これは海の近くしか味わえないよな。うん、やっぱりこちらも。ちょっと待っててね。あなたいい人ね。でも気をつけなさい。猫って執着するし、何より美食家よ。美食家ね。うん。下手なご飯じゃ満足しないの。はい、これ持ってってあげてね。このお魚、僕の大好物に決定。あら、本当？肉より美味しい？Нормально так. Целый квест кошки. Бедная Неко. Надо накормить. Ну-ка. Фига там ей еда. Нормально.
懐かれたっぽい。どうだろう、執着されてしまうかもな。されちまうと大変だぜ。Драконе чешую дала кошка. Нормально так. А? Да. できているか。あ、しかし王子の威厳もなんもねえな。軽くお使い頼まれちゃったもんね。王都の外ともなればこうなんだろうな。まあんなノリの方が楽だな。探してみるか。気分転換にはなるな。так как бы новая местность. Элементы и стихии. По идее, вот эти существа мирные. Ну-ка. Конечно, они такие странные. Даже похоже на этого. На лошадку с 10-й финалки там. Самон такой был. Я уже не помню, как его. Никс, что ли? Никси, он что-то такое. Дверь. Ой. Угу. Так. Казега кимочине. Содана. Уже звук слышен. Сейчас будет сюрприз. Да, красотка. Сейчас так. Оп. Красивым босс, прям шикарный. Ладно, давайте посмотрим его. Ну-ка, в действии.
кстати, второй раз с ним встречаемся. Табима, ここまでかって思ったよ。さすがにあれと戦うのはやべえか。無理だと思った方がいい。へえ、綺麗な色してんな。Так, возьмем немного элементов магии и дальше пойдем. Эш, сюда. И заодно я кое-что проверю. Мне вот интересно, сколько дают очков этих навыков, когда отдыхаешь в лагерях. Просто так-то вот смысл отдыхать в лагере, если можно в гостинице отдохнуть и там удвоенный опыт получить. Поэтому мне вот интересно. Там даже и уровня не будет, как раз хорошо, да? Уровня не будет? И не будет. Джакету ну и дорогуда. Отлично. Кимате, ёкатта на. А, одну очко дается. Куча новой еды. Так, атака, хп на 300. Ногти со любимой, да. Тут такая читерская еда. Магическая атака на 100, атака на 100 и хп на 400, неплохо. Еда прикольно выглядит. Случайный селфи. Я же говорю, у нее получится нормально. А, кунсашин ижо. Дешо? Оремоски. Гуськом. Взгляд. Ложись, не надо. Спишь.
全く風景が違うな。オートと？あ、うん、違うね。野獣も死骸もいるし。危ねえ場所だらけってのが本来の状態なんだよな。障壁やクリスタルがないとこうなんだね。それだけじゃない、陛下のお力もな。分かってはいたが偉大だ。ノクト、お前も頑張れよ。やれるだけな。То есть они говорят уже о короле в прошлом. То есть как будто он умер. Но он-то еще как бы не умер. Как бы он еще не умер. Ну да, он вообще-то не умер еще. Игузы!着いたぞ。着いた。ガーディナにようこそ。素敵な店ね。さて、し。今日は出てないんですって。向こうの港で止められてるんだと。追い越すしかないな。おお、俺新聞記者兼アクセサリー屋で、これでまたいいの作れちゃうじゃん。感じ悪かったでしょ。これ結構希少品で、ごめん。王子を脅してでも俺は欲しかった。難癖つけたお詫びに情報、君らがもらった金貨、あれカンナギ就任記念硬貨、あの男他にもばらまいててさ、帝国関係者かもね。でこれ宣伝、はい、俺の作品、ご贔屓にどうぞ。本当に就任記念硬貨なら、一般には配られていないはずだ。お小遣いって言ってたけど。宿代にでも使っちまえってな雰囲気だったけどな。じゃあ次の機会。そうそう、乗船手続きちゃんとやってるよ。原石がもうほんと嬉しかったからさ。で、問題なく許可取れそうなんで、準備できたら俺んとこ来て。まさか本気で手続きしているとは思わなかった。どう言って船を動かしてんだが、職業柄ってことなんだろうが。でもアクセサリー屋でもあるんだよね。今日は船が出てないんですって。出発準備できたって。ну что。何、ちょっと焦っちゃった。しっかり準備してきなよ。原石すげえ喜んでたな。作品くれたし。
頼んだら何か作ってくれるかな。高くつくんじゃねえか。でも世界に一つだからな。しかし軽くて強引なところはあるが、純粋で真面目な人間なのかもしれないな。ちょっと俺みたいな感じかね。いや、やつはなかなかの切れ者だと思うぜ。ただ調子がいいんじゃねえんだな。Так, снаряжение. Ладно, сейчас посмотрим, что за браслет. Гранатовая. Силу. На 60 хп. Так. По идее, надо бы охоту завершить и можно было бы отправиться. Так. Ну да. В общем, надо доделать охоту и можно отправиться. Поэтому я предлагаю в отдельном видео уже поделать всю охоту. Ну а пока в плане сюжетки на этом все. Всем до скорого. Пока-пока.